Я очень надеюсь, что мы проиграем. Ну, что Россия проиграет. Потому что я действительно люблю Россию. И если мы проиграем эту войну, у нас остается шанс на то, чтобы пересобраться как государство заново. Ну, то есть, чтобы мы как-то смогли покаяться. И про репарации говорить невозможно, конечно, потому что никакие деньги не вернут к жизни убитых людей, но все равно у нас остается шанс, если мы проиграем. Если мы, не дай бог, выиграем, то вот опять же, если смотреть исторические перспективы, нет для государства ничего хуже, чем неправедная война, которая была выиграна. Это практически всегда означает конец государства. Поэтому я очень надеюсь, что эта война закончится либо таким очевидным проигрышем, либо, что было бы еще лучше, чтобы просто все российские войска были выведены с территории Украины, и это все закончилось так же внезапно, как началось. Но это мои желания.